концертном зале ни одного свободного места. В качестве зрителя – старожилы центра города, а на сцене – его будущее, перспективная и талантливая молодежь. За 80 лет в районе произошли большие изменения. Активно ведется благоустройство исторического центра. Строится новое жилье, идет ремонт дорог, озеленяются скверы и улицы, преображаются отдаленные микрорайоны. На сегодня в Советском районе проживает порядка 90 тысяч горожан. Многие из них стояли у истоков становления жизни района. Заслуженных работников за самоотверженность наградили на сцене оперного театра. После торжественной части все приглашенные наслаждались праздничным концертом.